Внимание, внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане, в результате нанесения противником ядерного удара возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Наденьте респиратор и противопыльную тканевую маску, а при отсутствии их ватно-марлевую повязку или противогаз. Возьмите с собой запас продуктов питания и воды, медикаменты и предметы первой необходимости и следуйте в убежище или противорадиационное укрытие. Если обстоятельства вынуждают вас укрываться в квартире или по месту работы, произведите герметизацию помещения. Закройте окна, двери, форточки и вентиляционные решетки, заделайте щели, занавесьте двери и окна влажной тканью. Сельскохозяйственных животных загоните в герметизированные помещения или укрытия. Плотно закройте все двери и люки кладовых, погребов и других мест, где хранятся продовольствие и корма. Следите за информацией из штаба гражданской обороны.